Всем привет! Совсем недавно в России стартовали продажи седана Geely Preface. Все машины, которые предложены россиянам, поставляются под заказ и привозятся из Китая по схеме параллельного импорта. На усмотрение можно заказать как новый, так и автомобиль с пробегом. Новый Preface в России представлен в обновленной версии, который можно отличить по массивной решетке радиатора и новому бамперу. В начале весны несколько десятков Geely Preface уже появлялись в России и Белоруссии. Их завозили для изучения спроса, и при наличии потенциальных покупателей седаны могли были запустить в массовое производство на заводе Белджи. Но, как известно, вместо этого на предприятии запускают производство более доступных Geely M-Grand 4-го поколения. Стоимость новой Geely Preface под ключ варьируется от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Но окончательная цена все-таки будет озвучена потенциальным покупателям в день заключения договора, основываясь на актуальном курсе валют. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Также вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Свежий седан Geely Preface пробегом 2022 года выпуска можно заказать по цене от 2 миллионов рублей. В основе седана лежит модульная платформа Simi-A, на которой построены кроссоверы Volvo XC40 и Geely Tugela, а также большинство моделей дочернего бренда Link & Co. По подвеске спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка. При этом Preface получился даже чуть крупнее седана Volvo S60, построенного уже на более взрослой платформе SPA. Длина 4785 мм, ширина 1869 мм, высота 1469 мм, колесная база 2800 мм. Единственный предложенный силовой агрегат в России, такой же как у современных моделей Volvo и Link & Co. Он включает 2-литровую бензиновую турбочетверку с отдачей 190 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Такая же коробка установлена на Geely Coolray. Связка позволяет флагманскому седану развивать максимальную скорость 210 км в час и разгоняться от 0 до 100 км в час за 7,9 секунды. Средний расход топлива 6,7 литра на 100 км. Из оснащения предусмотрены двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, аудиосистема Bose, ароматизатор воздуха, панорамная крыша, контурная подсветка и электропривод стояночного тормоза. Дисплеи виртуальных приборов и медиасистемы имеют диагональ 12,5 дюйма. Центральный тоннель сделан двухэтажным, с большим отсеком для мелочей на нижнем уровне. А как вам Geely Preface? Что думаете о цене в России?